Чувашской республике полным ходом идет уборочная кампания. Наша съемочная группа побывала в Батыревском районе. Хозяйство Лаврентьева за 4 дня уже собрали урожай из 90 гектаров пшеничного поля. В планах убрать еще 170 гектаров. Цены зерна определяют по нескольким параметрам. Одно поле, примерно 43 гектара, сорт «Марафон» озимой пшеницы, он нам дал 55 центнеров с гектара. Вот вчера уже передали семена, эту продукцию, материал, чтобы сделали нам анализ. Клейковины еще не знаем. Чтобы повысить урожайность, в хозяйстве в этом году впервые применили жидкие удобрения, карбамидно-аммиачную смесь. В прошлом закупили зерносушку, которая за сутки может высушить до 120 тонн зерна. Убирают зерновые и в агрофирме «Корма». Пока урожайность составляет 45 центнеров с гектара. Всего у нас земли 1100 гектаров, 900 гектаров зерновые, 12 гектаров севок, на сегодняшний день там вытаскивают севок. Кроме них картофель 80 гектаров. В этом сезоне планируют собрать на 500 тонн больше, чем в прошлом году. Здесь приобрели современный комбайн, воспользовавшись господдержкой, и сумели за счет субсидий покрыть часть расходов. Нам с отцом очень нравится работать в поле. Как помню себя, отец меня приучал к работе на комбайне с 3 лет. Вместе с ним сначала катался, потом уже, когда подрос, взял меня к себе помощником. В этом сезоне уже, в 2020-м, уже сам комбайнер. В целом в Батыревском районе уже обмолочено более 900 гектаров. На данный момент урожайность на 25% выше, чем в прошлом году. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика.